Самый главный урок, который я усвоил в свои 19, — не сдаваться. Этим я обязан тебе. Находясь так далеко, я понимаю, как важно было приучить меня к самоотдаче во всем, что я делаю. Как важно быть мужчиной, настоящим. Не терять лицо и не падать духом, сталкиваясь с самыми сложными задачами. Говорят, армия делает из мальчика мужчину. Но меня уже воспитали мужчиной. Мне кажется, что именно благодаря этому я получил свое первое звание всего за 3 месяца. Когда перед нами ставили, казалось бы, невыполнимые задачи, я просто делал и показывал результат. Ты учил, как важно помогать тем, кто слабее, оставаясь при этом на равных. В любой, даже самой сложной ситуации необходимо быть человеком, как ты всегда и говорил. С детства ты приучал меня к честному труду и любви к своему делу. Когда мы строили наш дом, у меня все валилось из рук. Ты сказал тогда: все надо делать сообща. Мы создали прекрасный дом, который вспоминаешь с любовью. Очень жду нашей встречи. С днем строителя, бать.